кроме того, еще и проигрывала после короткой программы канадка Лене Глебовой. Сейчас Глебова на первой позиции. Ну а теперь Энни Вахама, представляющая Финляндию. И в прошлом сезоне она дебютировала на чемпионате Европы и сразу же вошла в десятку. Тайного первенства. Посмотрим, как в этом сезоне. Кстати, очень неплохой набор тройных прыжков. Вот, правда, на турнире Финляндии, Кровь, она выглядела не так убедительно, как в прошлом году на чемпионате Европы. В прошлом сезоне чемпионате. В паре, вот, 2008 года, вот там, кстати, по годам фигурного катания, по сезону, по годам. Так. Сначала каскад учился по один стороны жюри. Сейчас Альф, ну вот сейчас двойной. Меняла ребро на вращении. Меняла позицию снова. Плохое вращение, хорошая центровка. Сейчас надо забыть это все и кататься вообще в свое удовольствие, потому что первый старт, такой серьезный старт нынешнего сезона, пойдем все пропадом, кататься для собственного удовольствия и стараться вполне более-менее чисто, для собственного психологического, для психологического комфорта. Двойной аксель с тулупом. Ой, как какая блестящая у него спираль. Медленная растяжка. 12 спиралей очень красиво. Четыре секунды она подержала. Для минимума. Тальхов. Двойной. Очень расстроенная Энни Вахама, причем уже не в первый раз в нынешнем сезоне. Как-то действительно год назад все получалось легче, и
все выглядело значительно оптимистичнее. Тогда вот в начале прошлого сезона она очень хорошо выступала на этапах юниорской серии Гран-при. Была третьей в Вене, потом второе место в Загребе, отобралась в финал. В финале сняла, правда, пятое место, но тоже неплохо. И вот она, например, победила год назад в турнире Финляндии. Вот в этом году на том же самом турнире, который проходит в городке Ванта, она была только лишь восьмой. Лучшая сумма у Елены Глебовой, несмотря на огромное количество ошибок, 75 баллов и 2 десятых. Вот пока что три девушки откатались, и, называется, мы считаем не плюсы, а считаем, у кого меньше минусы. К сожалению. Система 85 сотых она получает, несмотря на такое количество ошибок, она еще благодаря компонентам она опережает все-таки Елену Глебову и сейчас занимает первое место.